Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы опять на аккаунте Игоря, которому мы ролили на его основе. Это его второй аккаунт, он его тоже предоставил. Тут у нас 20, тоже 25 тысяч самов. Здесь нужны те же самые герои, там Анубис, Фрея, как обычно. Так, смотрим, что у него тут за аккаунт, что у него есть, чего у него нету. Так, вечно я забываю. Тут надо все время вверх. Этот аккаунт у него бездонатный. Находится в гильдии Воины Смерти. Пропуск Багакик. Боссы с 5 в 16.30. Атака фортов 12. WhatsApp 798 923 62 508. Так. Сделаю чуть-чуть музычку потише. Отметимся. Участники, средняя сила, ну, смотрю, 150к, в принципе. Ну, разные, где-то в районе соточки. Так, мы сегодня опять будем ролить ему героев. Давайте посмотрим, что у него есть в алтаре. Прекрасный варлок. Стрелок хороший. Ворожей. Отлично. Бигфут. Ну, смотрите, этот аккаунт у него бездонатный, но герои прокачаны еще получше, мне кажется, чем на основе. Тыковка, конечно, без берса. Одержимый, понятно. Купидончик. Капитан Дрейк. Отлично. Валька. Ник. Рено топовый будет. Седна есть. Тесса. Ну, неплохо, неплохо. Ронин. Заклинательница здесь есть, Рибит есть. То есть, что мы на основе ему выбили, здесь все, в принципе, есть. Так, надеюсь, тут нам упадут уже другие герои. Ну, аккаунт, видите, мелкий еще. Фрэнки есть. Ну и все, пошла синзелень. Так, а что у него тут есть? Ну, тут тоже куча, ну, неплохие герои есть. Так, понятно. Ресурсы копит активно, вижу. Давайте посмотрим, что по локациям пройдено. Кошмарка. До шестой дошел. А ну-ка, 5-10 зафармил или нет? Да, зафармлено, отлично. Волна АФ будет фармиться. Понятно. Ну, неплохо, неплохо. Согласитесь. Так, ну что, пробуем и тут сделать тактику по 150. Не буду я спешить никуда, мне просто интересно, как будет падать на этом аккаунте. На том аккаунте, как видели, по 150, в принципе, неплохо падало, но по 450 лучше упало нам. Так, ну что, поехали. Циклоп. Циклоп, ангел, палач. Блять, просто, блять, ну нет слов, на основе ни хера, а тут за 150, мы за, там, не знаю, тычек сколько у нас получилось, 5-6, уже у нас есть Фрея, это просто бакнуться мозгами можно, поздравляем Игорька, ну просто жесть, рад. 1500 самов Фрея сразу же пришла на твинка, в принципе, здесь она будет просто необходимо. На основе, конечно, к сожалению, мы ее не выбили. Но там другие герои есть. Но это просто, ребят, просто мега удача, я считаю. Поздравляем пацана. Ставим обязательно лайк. Поехали дальше по 150. Будет новая тактика. Бог грома. Будем ролить миллионы самоцветов по 150. Душек. Так, что-то я ускорился. Да, конечно, вот это да. Малышник. Купидон. Ничего себе. Смотрите, как начало сыпать. Дриада. Эктоплазм.
Ну, 5 слотов на склад, ну ладно. Хули нам уже жадничать, если уже есть Фрея. Дед Мороз, красный нос, хорошо. Так, ну. Пора уже давать что-то фиолетовое. Атлантикор, ну блин. Как все хорошо начиналось. Сейчас бы нам сюда еще Анубиса выбить, это вообще был бы шок. Бульдозер. Череп. Паладин. Да, Фрейка уже есть. Отлично, просто. 5 слотов на склад, окей. Королева Гарпий. Ну, падают герои, конечно, но не из-за 450 будут падать. Но из-за 150 падают неплохо. Надо открывать новые эти. Опять паладин. Роллинги. Кто хочет за 150 и кто хочет за 450. Так, Влад Дракула. Королева Гарпий. Королева Гарпий. Хранитель. Неплохо. Бум, 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 бум. Раз, два, три. Дриада. Вот так вот, ребята. Теперь смотрим. Давайте еще раз я забегу в алтарь, посмотрю. Так. Череп. Не вижу черепа. Отлично. Блин. Просто-просто супер. Кучу недостающих героев достали. Так, давайте так. Фрея. Однозначно, да. Поздравляем. Так. Череп. Второй герой. Так, хранитель. Малышник. Дед Мороз. Хранитель, малышник, Дед Мороз. Так, малышник есть. Хранитель есть. Ну, повторочка уже хорошо. И Дед Мороз. Красный нос, борода из ваты. Так. А Деда Мороза я тоже, кстати. Говорю, Деда Мороза тоже не вижу. Три штучки. Так. Ну, стрелок у него, видите, здесь на твинке. У Фрейка есть. Отлично. Давайте попробуем что-то ей. Раз, два, три, четыре. К сожалению, ничего не получилось у нас. Так, Дед Мороза. А ну с чем там череп выпал? Двоечка, конечно, не очень, но лучше, чем ничего. Так. Так. Что у нас еще есть? Так, Леди Лео, это его. Влад Дракула, в принципе, он нафиг не нужен сейчас. Все, что ли? Да. Вот так вот, ребята, мы поролили. Ну, в принципе, я считаю, то, что мы вырыли Фрейю, изначально, сразу же, причем это большая удача на этом аккаунте. Она очень нужна, да, она на любом аккаунте нужна, потому что это тот герой, который должен быть на любом аккаунте, точно так же, как и Анубис, и много недостающих героев у всех. Но
Блин, жалко, конечно, что мы на основе его не выбили, но это такое. Надеюсь, он обрадуется тому, что там появились другие топовые герои, и он будет их качать. Здесь же получилось наоборот. Ну, это такое. Это рандом, ребят. Поздравляем пацана, ставим лайки, обязательно участвуем в конкурсах. Ссылки в описании. Я уже заебался вам напоминать, куда заходить. Подписываемся, репостики делаем. И... трешуем, надеемся, ждем обнову, будет веселая следующая обнова. Всем пока.